Новости Богородского района. Богородская43.ру. 29 февраля на Богородскую ветстанцию группой охотников во главе с государственным инспектором по охране диких животных Иваном Вахрушевым было доставлено 9 волков, где Еленой Пенягиной, заведующей Богородской ветеринарной лечебницей, был произведен осмотр туш волков, добытых на территории общедоступных охотничьих угодий в рамках регулирования численности диких плотоядных животных. Добрый день. Я государственный инспектор по охране диких животных Вахрушев Иван Александрович. Сегодня 29 февраля 2024 года проводим приемку добытых трофеев охотников-волков в количестве 9 штук, отстрелянных на территории муниципального Богородского округа. Значит, среди добытчиков у нас вот на заднем плане Черных Виктор, Шиляев Александр, Вахрушев Андрей, Широков Сергей. Весь январь и февраль, не считаясь морозами, глубоким снегом, они боролись с этой напастью. И вот их труды довольно впечатлительные, 9 штук. Кроме этого, еще 2 волка на территории Унинского района, добыты этой же бригадой, всего 11 голов. Из добытых волков 3 взрослые самки, которые обязательно принесли бы в этой весной уже приплод, и волчье племя пополнилось бы еще как минимум 15 головами. Спасибо большое охотникам за их старания. От лица Министерства охраны окружающей среды выражаем большую благодарность. После осмотра путем вспарывания лап нанесена метка о том, что животные проверены. Затем составлены документы, которые будут переданы в администрацию округа для оформления выплат по добытым волкам. За добытых волков охотники и волчатники получат за каждую особь по 15 тысяч рублей от администрации муниципального округа в качестве вознаграждения. Кроме этого, охотники будут иметь первоочередное право при распределении разрешений на добычу лося, медведя и кабана в общедоступных угодьях Богородского района.